Привет, друзья! Значит, этот ролик записываю специально, чтобы отчитаться о деньгах, поступивших на развитие нашего канала. Значит, это мы уже были в Турции, и мне пришли три смс-ки о том, что добровольные пожертвования поступили на мою карту Сбербанка. Значит, во-первых, огромное спасибо Людмиле Никифоровне, она перечислила 500 рублей. Затем Светлана Владимировна тоже 500 рублей перечислила. И Елена Анатольевна 300 рублей. Итого 1300 рублей. Огромное вам спасибо. Значит, вместе с деньгами, о которых я говорила в прошлом ролике, это были 2800 рублей от Натальи Геннадьевны, от Андрея Мамаева, Ирины Тверской и Алексея Михайловича. Еще раз им огромное спасибо. Значит, получается 4100 рублей за месяц с небольшим нам перечислили вот эти люди. На эти деньги помогли нам протянуть оптоволокно в дом. И теперь у нас нормальный интернет с нормальной скоростью не только на прием информации, но и на закачку роликов. Как вы помните, мы говорили о том, что ролики мы закачивали по 2-3 часа. В общем, ставили, как правило, закачку на ночь. Теперь мы это делаем за 10-15 минут. Огромное вам спасибо. Значит, стоила эта операция 6900 рублей. Вот и представьте, и 4100 рублей в этой сумме были ваши деньги, за что вам огромное-огромное спасибо. Значит, дальше будем работать, стараться для вас. Пора у нас горячая настает, настают летние трудовые будни. Скоро к нам привезут внуков. И на все лето, но по мере возможности все равно будем для вас снимать. Есть у нас кое-какие обязательства снять тот или иной ролик. Мы их будем выполнять. Всем, кто нас ждал, мы сообщаем, что мы из Турции вернулись. Пожалуйста, звоните по Вайберу, Ватсапу. Номер будет в описании. Кому мы нужны для встречи, для каких-то консультаций, для ответов на их личные вопросы, или пишите вот здесь в описании, в комментариях к ролику, или звоните на Viber, WhatsApp, или пишите на электронную почту. Мы постараемся отвечать вам и постараемся выполнить все ваши просьбы. Еще раз огромное вам спасибо за то, что вы с нами. Подписчиков у нас уже более 4400, то есть с каждым днем людей прибавляется, мы этому очень рады. Дима еще не потерял надежду начать зарабатывать на Ютубе. Пока суммы смешные, но вот как раз-таки то, что мы зарабатываем на Ютубе, мы тратим на трафик, на телефон. Вот. Ну а ваши добровольные пожертвования помогли нам улучшить наш интернет. Еще раз огромное-огромное спасибо. Смотрите нас, пишите нам. Мы с вами, мы работаем для вас. Всего хорошего. Пока.